Привет, дорогие зрители, и добро пожаловать в наш новый выпуск Super Easy Russian. Сегодня мы будем отвечать на вопрос «Где?». Где мы находимся? Мы на улице. В русском языке чаще всего мы используем предложный падеж для ответа на этот вопрос. В предложном падеже есть два предлога «в», «на». Давайте посмотрим, как это работает. Я стою в подземном переходе. Я стою на лестнице. Люди стоят на автобусной остановке. Мы гуляем в городе. Памятник стоит на площади. Я стою на пешеходном переходе. Я жду на углу. Почтовый ящик висит на стене. На ящике есть наклейки. Метла стоит в углу. Кто это? Это Обломов? Он лежит на диване. На ладони стоит книга. У него на голове феска. Ёлочки растут в горшке. Если вы хотите более детально поработать над этой темой, подписывайтесь на нас через Patreon. Там вы найдете много дополнительных материалов к этому видео. Текст видео на русском языке и с переводом на английский, рабочие листы с упражнениями, аудио и видео. Ньютон сидит на стуле. У него на колене лежит книга. На ладони лежит яблоко. Я сижу на скамейке. Теперь я стою на сцене. Я стою на мосту. Я вишу на столбе. Я стою на солнце. Теперь я стою в тени. Трава и цветы растут на земле. Я стою на камне. Можно подумать, что я гуляю в лесу, но я в городе. Мы поедем на лифте. Катя стоит в лифте. Мы едем в лифте. Я стою на балконе, и мне холодно. Теперь мы в помещении. И здесь тепло. Катя сидит на подоконнике и смотрит в окно. Никита на кухне. Он готовит кофе. Катя крутится на кресле. Никита сидит на полу и играет в телефон. Катя стоит на лестнице. Это книжная полка. Книги стоят на полке. В книге много интересных историй. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал.
Если вам понравилось это видео, нажимайте лайк, становитесь нашими подписчиками на Patreon и пишите в комментариях свои идеи для будущих видео. До новых встреч, пока!